girişi oldu. Ne oldu da varlığı gereği? Ačiū tam vaikinui priekyje, kur ilgai plojo. Bravo. Šviesus vyras ir šviesus protas. Auga.
прошлый раз мы снимали видео на территории Эстонии, и я не нашел магнит. Он был, оказывается, здесь. Но мы сейчас поговорим о другом. Мы не будем говорить о компасе, как его сделать. Сейчас мы находимся на территории Эстонии. Историческая родина моих предков. Конечно, не в самой столице, а город Варена. Оттуда мои корни. Сейчас же мы находимся в городе Вильнюс. И я вчера хотел это видео снять под вечер, но начался дождь. Я, конечно, надеялся, что тучи улетят куда-нибудь в Каунас или в ту же Варена. И сегодня немного погода опять ухудшилась, но дождь перестал. Это уже сегодня. Возможно, тучи действительно сейчас улетят в Каунас или в Варена. Как я уже говорил, мы сейчас находимся на территории Литвы. Историческая родина моих предков. В прошлый раз мы снимали видео на территории Эстонии. Естественно, мне в Литве больше нравится. Это родина моих предков. Здесь мои корни. И сегодня я хочу поговорить о таких вещах, как палатка. В интернете про это не написано. Я не видел. Я сам додумался насчет этого. Дело в том, что много видео можно увидеть в интернете, как устроить ночлежку, укрытие и хорошо выспаться. В лесу, и обычно делают стеллаж, можно мешок обычный набить листьями, весь мусор, который нас окружает, который весь этот мусор с прошлой осени, листья вот эти сухие, его набивают мешком. Этот мешок листьями набивают, и обычно я снимаю видеообзоры в лесу, но Вильнюс расположен так своеобразно, что в самом центре города небольшой микролес, если так можно сказать, где даже растут ягоды. Это в самом городе. Это никакой не парк. И Вильнюс, это, можно сказать, зеленая столица. Сейчас я хочу поговорить о палатке. Если у вас нету спального мешка, можно его использовать как спальный мешок. И все будет вискас герой. Ну, бывает, что в палатке очень холодно спать, и это, конечно, если у вас хорошая погода позволяет, нету дождя, этим способом можно воспользоваться. Просто палатку использовать как спальный мешок, как одеяло. И ир вискас бус герей. Я позже сниму видео, потому что сейчас мне позвонили, срочно надо бежать в город по делам. Первое июля 2017 год. Все очень просто. Берем палатку.
Вот сюда залазим, ничего сложного. Конечно, этот вариант для хорошей погоды, когда нету дождя. Бывают моменты, когда в палатке даже внутри холодно. Нету спальника, нету куртки. И чтобы хорошо выспаться, можно, конечно, насобирать веток сухих от елки, чтобы мягко было, и укрыться листьями сухими, если мешок есть. Желаемся в Эстонии, в лесу. Прошлое видео было в Вильнюсе. Я показывал про то, как использовать можно палатку за место спального мешка. Сейчас небольшой ужин будет. Гамбургеры мы не будем есть. Пусть их англосаксы едят, а мы не едим. У нас сыр и паштет свиной. Осталось 110 евро.